Со всех сторон города. Соборная мечеть Джемик. 46 метров в высоту, общей площадью больше 1000 метров. 16 лет ожидания закладки первого камня, безусловно, оправдали себя. Стройка началась еще в начале 2000-х. Это третий по счету мусульманский храм Зеленодольска. По статусу соборной мечеть возведена за счет народных пожертвований. Вот она просто глаз радует. Видите, какая большая мечеть. Вот Аллах дал мне счастье, я здесь немного помогал. Немножко. Мечеть все ждали. Мы мечеть в городе на Волгоградской только был. Там не умещались. Сегодня праздник большой, открытие соборной мечети, в которой, значит, люди могут прийти помолиться, пообщаться с Богом. Молитвенный зал на 1000 мест, подсвечиваемые потолки, мониторы, все лаконично и душевно. Здесь даже расходы на содержание храма не секрет. С увеличением количества верующих, практикующих верующих, потребность в мечетях, она растет. Мы глядели вперед и всегда глядим вперед. То есть с учетом того, что даже может быть и 3 мечети, которые есть в нашем городе, их будет недостаточно. Комнаты для никаха, учебные классы, столовая, кухня и несколько гардеробных. Джамик планируется открыть медресе и халяльное кафе. Каждый год примерно 25-30 новых мечетей открывается. Если разделить, то в 2 недели мы открываем 1 новую мечеть. В каждой мечети практически проходят уроки, мактабы. Всего в республике уже больше 1500 мечетей. И ни один мусульманский храм не остается без прихожан. Слава Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск.